Мы уже на протяжении 9 фильмов рассуждаем о том, что же такое путь по зову души, или проще говоря, по призванию, и почему многие, теряясь в терниях современного мира, не идут туда, куда хотят, и не делают то, для чего созданы, сопротивляются сами себе. И в этом фильме нас судьба направила туда, где ответ на этот вопрос не является риторическим. Он вполне понятен и естественен. Все началось с поезда, в котором мы ехали. Мысли в голове были разные, но понимания, что же получится из этой поездки, нет. Мы ехали для того, чтобы найти ответ, что же такое призвание. Ведь для каждого смысл слова «призвание» имеет свое внутреннее сакральное значение. Призвание что это? Призвание – это, ну, это жизнь, наша жизнь, обыденная, со всеми радостями и горестями, которые мы стараемся пережить вместе с Богом. В этом доме живет человек, который ответ для себя лично определил. И его путь – это истинное следование призванию, которое произросло из души его. Станислав Марьян. А что это значит? Но папа хотел, чтобы был Станислав, мама хотела, чтобы был Марья. А вышло Станислав Марьян. Але то можно понять, Станислав чий, кому он принадлежит? Марии. У братика есть сын Марчин, а жена Марта. И то можно понять Мартин, но имя Марчин. А можно сказать, чей ты? Марты сын. Мартин. Так и меня, я Марии. Надлежу Марии. Немного о месте. На берегу реки находится место, в котором сейчас проживает наш герой. Это невероятно красивая католическая церковь, величественная, как и сама история жизни всего католического мира в Казахстане. Во дворе стоит статуя памяти святому Иоанну Павлу II, который, кстати, тоже был из Польши, как и наш герой. А в 2001 году он был с визитом в Астане. Но история не об этом. Рано утром, после нашего поезда, отец Станислав, сын Марии, призвал нас к себе попить чай и поговорить о его жизни, которую навряд ли можно отобразить одним фильмом. И мы хотели чуть-чуть прикоснуться к общению с таким человеком. Живет он, кстати, в приходском доме, в котором нам было очень уютно, и в воздухе всегда витал приятный аромат цветов. Атмосфера спокойная и умиротворенная. Чаек. Да. Если можно, я сам поставлю. До компьютера, наверное. Але может быть и дорогой компьютер. Радуйся. Аллилуйя. Ибо тот, кого ты удостоилась носить в чреве, аллилуйя, воскрес, как предсказал. Аллилуйя. Моли Бога о нас. Аллилуйя. Радуйся и веселись, Дева Мария. Аллилуйя.
ибо воистину воскрес Господь. Родился близ Варшавы, в небольшом городке, где больше спальня для Варшавы, дома, огороды. Детьми бегали по полях, по лугах, по деревьях возили. Как все дети делали авиамодели, змеи, играли. Так, потом школа. Закончил школу, пошел в институт. Закончил институт, пошел на работу. После 5 лет с половиной Господь все призвал меня, чтобы стал священником. Значит, раньше, год раньше сказал, але священник сказал, уже пойдешь через год. Невероятно сложное решение может показаться на первый взгляд. Да, это настоящая жертва, настоящий путь. Давать людям духовную поддержку, ту ниточку, которую многие ищут в себе и не находят. Ищут ответы на душевные вопросы и ищут того, кто залечит душевные раны. Призыв отца Станислава как раз является доктором души человеческой на земле. И лечит он их через свою связь с Богом и полным единением с Ним. Как говорится, вера дана вам и будет вам по вере вашей. Закончил политехнику. Специальность конструкция самолета. Ой, люблю до сих пор очень. Когда встречу своих друзей, и они что-то рассказывают, то ой-ой-ой, как мне интересно. И молюсь о них постоянно. Крепче и крепче, все крепче. Больше и больше молюсь о них. И не только за них, за вас тоже, и за тех, которые смотрят. Ну, призвание, у каждого человека есть своя мечта, он к ней стремится, и он, у него как бы на своем пути жизненном написано, что он хочет к этому идти, и это его призвание, его мечта, его... Приехал в 99-м, сказал, в Польше много людей знает Казахстан, потому что... Многие люди имели свои корни на Востоке. Мои родители тоже родились на Востоке. Папа родился близ Белой Церкви, еще перед революцией. Мама родилась в Сороках над Днестром. Поляки были везде, и много было поляков на этих территориях. Вглядываясь в нашего героя, все ближе и ближе, в моей душе открывалось что-то новое. То, чего я раньше не чувствовал. Мне казалось, что его легкость и смирение избавляют меня от чего-то тяжелого и нетерпеливого. Мне казалось, что он парит в воздухе, и мир земной уже давно далек от его стоп. Сказали, что отцу Станиславу все приходит очень легко, принимать решения легко и так дальше, и так дальше. Я думаю, что у любого человека, даже если что-то делает с любовью, с большим желанием, с радостью, все равно каждый, как говорил Иисус, несет свой крест, имеет свой крест. Но почему у отца Станислава так получается, что, смотря сбоку, нам кажется, что у него все как бы на крыльях, что ему все легко приходит? Потому что он доверяет Богу. Он доверяет Богу, делает то, что может, моментами даже больше, чем может, да, ему 78 лет, очень ревный священник, а все оставляет Господу Богу, поэтому не боится, что будет с его трудов, с его забот, с его молитвы, потому что если Богу все доверяем, то мы знаем, что так как все в руках Божьих, это не пропадет наш труд, даже если по-человечески, что-то рассыпалось. Поэтому тайна этой радости, такого подхода, что кажется, человек как бы на крыльях, это есть доверие Богу. Заключается эта тайна. Я всматривался в отца Станислава все больше и больше и понимал, что этот его путь, который он избрал, не приносит ему никакого сожаления. Мне кажется, что тут нечто спрятанное от наших глаз.
то, чего мы просто не замечаем в силу своего жизненного пути. Дело в вере, в связи со своей верой и связи со своим внутренним стремлением быть тем, кем тебя создал Господь. На вопрос «Кво вадис?» – «Куда идешь?» – у него есть ответ. Я думаю, что в наше время, когда идет уничтожение духовных ценностей и подмена хорошего плохим, вера – это единственная зацепка, чтобы окончательно не споткнуться и не упасть в никуда. И это тот путь, который дает человеку возможность как минимум избавиться от страха жить. Странно? Наверное, так оно и есть. И я не навязываю, я просто констатирую то, что почувствовал сам в этой встрече с ним. И с каждой минутой я в этом убеждался все больше и больше. Президента дома. Президент 2002 год, когда был кардинал Содано, они дружатся. То президент пришел в храм. Я думал, уже никто не захочет со мной разговаривать, никто не захочет слушать проповеди, никто на исповедь не придет. И пойду на пол этату, на половину этата, как то по-русски, неполный размер работы, а половину на работу, чтобы жить. А оказалось, пошел приход вышеголовой работы, и все хорошо. То дело Господа, не нашего. Мы думаем, что призваний хватает, только они умирают. Так святой Иоанн Боско говорил, что призваний хватит, только они умирают. И надо, чтобы все старались не потоптать этого. Не потоптать призвание. Так, и сам себе, и родня, знакомые. То есть призвание может в человеке умереть? Ой, часто умирает. И потом человек думает, ну я сел в поезд, кресла удобные, кофе дают, но едет не там, где я хочу, где мне надо. Ну, удобно, но не в этом направлении. И то есть трудно всю жизнь. Знаю таких людей. Некоторые, как я решил идти, то мне сказали, меня тоже Господь призывал. А ведь путь с призванием, он немножко сложнее, чем в противоположную сторону, это правда? Это же истина. Идти туда, куда хочешь, не так просто. Я думаю, что это есть так. Если есть истинное соединение с Господом, то так, как у друзей, хотят то же самого. И радуются же, как бы в том же самом направлении хотят идти. И может сначала кажется, что как бы то не мое, я ненадежен, а потом оказывается, Господь такого хотел иметь и может найти себе какую-то форму служения, способ служения. Также Господь не идет против человека, против его человеческой природы, только как бы добавляет что-то от себя, и то какие-то дремлющие бутончики расцветают. Thank you.
если мы даем себя в руки Господа со всеми своими препятствиями, трудностями, недостатками, грехами, то Он в силах сделать то, что Ему нужно. Он справится. Так что, думаю, дать себя Господу и не думать за Него. Я нуждаюсь сделать и принесу Тебе, Господи, что сделал готовое. Не, дать Ему, чтобы Он сделал. У мужчин есть так заболевание. Я сам сделаю и принесу Господу. И надо научиться. Ну, призвание, оно как дается человеку, который достоин чего-то, наверное. Говорит, все то слова Иисуса к нам, все стою у дверей и стучу. Если кто откроет дверь, войду и буду с ним вечерать, буду с ним стучить и к тебе, и ко мне, всем. Если откроешь, будешь счастлив. Жизнь может быть нелегкая, может быть трудновата, но будет счастлива, а потом бесконечное счастье. И может еще одно добавлю, то, что Иисус сказал в Святом Евангелии, последние будут первыми. Вот и вы узнали о таком человеке, у которого утро начинается с мысли и молитвы о нас всех, и вечер которого заканчивается тем же самым. И помимо этого он помогает, дает людям себя целиком и полностью, давая им надежду и возможность верить. Надеюсь, что каждый из нас сядет в свой поезд, в своем направлении и приедет на свою станцию.